Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы продолжаем играть в GTA 5. Майкл в очках, в темных. Не я их надел, это я переключился на Майкла, он таким был. Ну ладно, мы идем в дом Майкла, и там у нас будет кое-что интересное. А, вот ты где. Привет. Кажется, мы уже целую вечность не виделись. Может, поужинаем вместе? Я бы с радостью. Знаете, у меня по йоге занятие. В другой раз. Ну ладно. О, привет. Вот и ты. Чё, как? Ну что, порядок? А, порядок. Все пучком. По любасу все пучком. Короче, слушай. Брюлики у Лестера. Он знает парня, который даст по 50 центов за каждый. Когда мы расплатимся с этим психованным мексиканцем, у нас даже что-то останется. Конечно. Надеюсь. Это ограбление? Так ты спалился по полной. Любой, кто читал твой досье. О чем ты только думал? Дэйви? Давно не виделись. А как же Тревор? Если этот псих догадывается, знает, что ты жив. Он тебе устроит Армагеддон. Насчет него не беспокойся. Он мертв. Наверняка. К тому же я здесь совершенно ни при чем. Даже не знаю, о чем ты вообще говоришь. Правда? Неужели? О, обруч составляет несколько миллионов долларов. Чудом удалось спастись от грабителей этому. Я просто работал и сказал, уберите отсюда эти мотоциклы. Мне вообще ничего про это не известно. А другой выбегает из магазина, сбивает меня с ног и говорит, что вроде жизнь забывает тысячу мелочей. Пусть это будет одна из них. Напугали меня, короче. Итак, возвращайся в студию. Хочешь затянуться, сладкий? Тревор, милый. Хочешь покурить? Не надо, Джонни, не надо, Тревор! Ты опять с моей девкой спал. Я к тебе обращаюсь. Не надо, Джонни, не надо. Я ему говорил, Тревор. Мы все любим обдолбаться, но это не оправдание. Остынь, Джонни. Лед туманит мои мозги. Не может быть оправдания такому поступку. Да перестань, Джонни, я не перестану. Тревор, я с тобой говорю, скотина. Да? И что ж ты мне говоришь? Ты мою девку опять спал с ней. Я что, должен с кем-то заниматься сексом? Ты этого хочешь? Ну давай снимай штаны. Сейчас мы с тобой сексом займемся. Ты думаешь, это очень смешно? Давай снимай, снимай, я тебе сказал. Я говорил ему, Тревор, говорил. Не надо. Заткнись, Рон. Сейчас у меня будет секс с наркошей. Сейчас он меня своим беззубым ртом обслужит. Да пошел ты нафиг, Тревор. Я ее люблю. Да, не надо. Тихо, спокойно. Я не хотел ничего такого. Да, я знаю. Косячил. Знаю, ничего. Обними меня. Вот так. Дебил. Ты с кем разговариваешь, а? С кем? Я тебя спрашиваю. Другой раз даже не показывайся мне. Я только что призрака видел. Еще тут фигню ту выслушивать. Вставай давай, чего ты ждешь? Да ну тебя нафиг. Черт. А вот он. Этот тупой ковбой заставил нас раскрыть карты. Нам надо остальных пропащих найти. Это, короче, Тревор Филлипс. Мы его наконец-то разблокировали. Если вы не поняли, кто это был главный герой дополнения GTA 4, пропащий и обреченный Джонни Клебец. Тревор. Вот так вот Тревор его, короче, и убил. А это и подруга Эшли Балтер его. Которая пристрастна к наркотикам. Насчет призрака, который я видел, зовут его Майкл Таунли. Похоже, он живет в Лос-Антосе. Найди его.
Серьезно, у меня там кузен. Но я не... Найди его, Уэйд! Значит, мне надо встретиться с байкерами? Тебе не нужно. Мы спешим, но не настолько. Но если мы закопаем Джонни в пустыне, а потом заткнет эту Эшли, с которой ты занимался сексом, нам не обязательно будет об этом знать. Думаешь, круто женщин оскорблять, верно? Оскорблять? Я и не думал оскорблять. Я просто предложил убить ее. Ты назвал ее... У тебя что, мать или что ли нет? Оскорбил ее. У каждого есть мать. Одна, по крайней мере. Зачем ее убивать? Она этими наркотиками сама себя погубит. Жестокая на самом-то деле смерть была это Джонни Клебица. Ага, вот пропащий где находится. Ого! Слышь, вы Эшли не видели? Джонни ее ищет. Представь себе, видел не далее 10 минут назад. Видел ее на конце пенис. Джонни не понравится, если ты опять с ней мутил. Да что ты говоришь? Почему бы тебе нам его самого не спросить? Я тут... Что ты скажешь? Не слышу, что-что? Ты не против? Нет. Потому что... Ты труп. Все, что осталось в твоей башке, это пара извилин. Пара хрящей у меня еще на подошве осталось. Ох, черт. Так, держать. Отрицание. Первая стадия принятия горе-братья. А теперь возьмемся за руки. Я смотрю, ты хочешь мне что-то сказать. Желаешь высказаться? Надеюсь, что ты гонишь. Куда это вы собрались-то? Мы же не договорились еще. Это у него часть мозга от Джонни. Если надо было присмотреться, что там от Джонни осталось. Там разбитая голова и часть мозга даже было видно. Вот посмотрите влево, что находится, на жвачку похоже. На самом-то деле это кусок мозга Джонни. Так, надо застрелить этих байкеров, а фургон трогать не надо. Он нас приведет к другим пропащим. Один готов. Второй готов. Теперь следуем за фургоном. Фургон, кстати, прикольный, мне нравится. Такой найти тяжело. Такой в GTA 4 пропащий обреченный был. Это тот же самый буррито, только с небольшими изменениями. Колеса другие немного. Решетка есть на фарах. Ну и он черного цвета, сзади есть стекла. Ганг Буррито. Называется этот фургон. Тревора вот такой вот пикап. Тревор у нас в пустыне живет же. Черт побери. Показывайте дорогу. Молодцы. Козлы никуда от нас не уйдут. Они, кажется, тормозят. Молодец, Тревор, они тормозят. Тормозите и учитесь. Черт, их да, их немало, я вам скажу-то.
этих сраных байкеров. Ты это что, копия его, что ли? Это не, мы же такого видели уже вроде. Кто там еще остался, а? Говорите. Да ну тебя, не хочет ехать. Еще один такой. А, вон, обратно возвращается. Кто там еще остался? Ой, их там много. Да блин, долго перезаряжаешь оружие. Я что-то не понял, мне человек заново сейчас придется, что ли, убивать? Мужик, ты что, офигел? Давайте другим оружием попробуем. Оно, конечно, стреляет медленнее, но зато наносит больше урона. Но предназначен, конечно, этот дробовик для ближнего боя. Хорошенечко. Черт побери. Да что ж такое, а? Никак не попадаю к нему, а? Да. Сложноватое задание, конечно, убить байкеров этих. О, красиво отскочил прям вообще вот реально. А эти, по-моему, вообще урона не наносят особо. Подходите, не стесняйтесь. Беспособность можно использовать. Что эта спецспособность вообще дает? Я что-то не совсем понимаю. Они дохнут все сами. Они сами, блин, друг друга гасят, походу. А этот фургон горит уже? Не фургон, это пикап, по-моему. О, красиво сдох. Может, он в этот раз хоть поедет? Нет, 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 не хочет он нифига ехать. Да ё-моё, ну пипец просто. Да ну его нафиг, короче, не будем это про... Не будем вот это все делать. Убили их и все. Подохли все, будем считать. Я с первого раза прошел это задание, когда играл первый раз. А сейчас что-то не получается, блин. Наш Enterprise не только о
Давайте-ка разбудим этого чувака. Что, въедем его в дом? В его дом. Так тебе, о. Тревор, ты что делаешь? А вот так. Вот что. Теперь пропащим конец. Стволы и дурь теперь не будут у них больше. Тревор Филлипс Энтерпрайз. Сказать еще не значит сделать. Ты меня понял, а? Меня тут ты уберешь. Кореш, подумай давай об этом. Неужели? Думаю, что если я тебя прикончу, пропащим больше дела не будет. Так-то получше. Да, с тобой шутки плохи, Тревор. Тревор у нас психически нестабильный. Шутки с ним действительно плохи. Все, наверное, из-за тяжелого детства. Родители его не любили. Отец применял физическое насилие, мать моральное. Отец один раз даже попытался избавиться от него, бросив его в торговом центре. Да, Майкл и Тревор ошибочно посчитали друг друга покойниками. А теперь Тревор догадывается, что Майкл жив. With the secret truth kept hidden behind historical events? That's a really weird thing to say. I was trying to console you. I don't need consolation. I need answers from that fat chump. Выходи из машины, Рон. Мне нужно подумать. Run! Беги. Это убежище Тревора. Припаркованные в гараже убежище машины сохраняются. Вы можете модифицировать свои транспортные средства в любом гараже Лос-Сантос Кастомс. Правда, не все. Поспите на кровати, чтобы сохраниться. Переоденьтесь в гардеробе. Можно также посмотреть телевизор и так далее. Можно найти другие развлечения. Угу. Мистер Филлипс. Нет, тату и стрижки не нужны нам. Говори. Ты знаешь, я не люблю эти штуки. Нас также подслушивают. Тогда давай быстрее. Дело нам один. Этот китаец мистер Чен сидит в тракторе. Ты сказал об этом по телефону? Ты что, офигел, что ли? Теперь тебя придется наказывать. Телефон Тревора такой вот. Давайте-ка поменяем его мелодию. Мне эта мелодия нравится. Тема у Тревора цвет оранжевый же. Пусть будет, пусть оранжевый и будет. Тут есть маленький гараж. Давайте съездим на С к Чену.
Пустынька тут, конечно, так себе. Пустынька. А там к Тревору, там у Тревора что-то еще есть. Ну давайте к Чену зайдем уже. Тревор Фильмс Энтерпрайз у нас находится. Я все еще тебя не обслуживаю. А как насчет этих двоих? Тот, кто победит, попадет в черный список. Он победил. В черный список его. Не могу. Он мой муж. Он тебе в сыновья годится? Интернет отличная штука, не правда ли, дорогой? А? Как бы то ни было, я спас своего мужа. Налей мне стаканчик. У меня встреча. Ну хорошо. Но еще один труп в моем баре. Клянусь. Я перестану тебя обслуживать. Мистер Филлипс. А вот и он. Рад вас видеть, мистер Чен. Всего лишь перевозчик мистера Чена. Мистер Чен сейчас... Я что-то совсем окосел. Вы что, говорите по-испански? Говорите друг с другом, а? Мистер Тао Чен, смирно рад знакомству с вами. Да, по нему видно. Знаете, это потрясающее знакомство. Если у вас будет время, добавьте меня в друзья Life in Ada. Это лучший момент в моей жизни. Что ты с ним вообще, а? Обожаю. Это понеслось. Я пошел. Не уходите. Прошу вас, постойте. Если вы уйдете, его отец убивать меня? Да мне это пофигу. Вы слышали, что Тревор Филлипс Корпорейшн — это серьезный бизнес? Мы даем хорошую цену. Дело договорим, мы партнер. Делать большие деньги. Я балдею. Ну, я покажу вам производство. Доберитесь до лаборатории по производству льда. Зачем нам на производство льда? Шеф, мы как раз собирались наведываться на кухню. Давай поскорее, сюда идут ацтеки. Думаю, что ты завалил. Не ошибаются. Жми сюда, надо их завалить. Завалим. Так, приехали. Почти. Черт, Тревор, у нас мало времени. Эй, где твои манеры? Это наши гости, усек, мистер Чен и его покорный слуга. А, ночевак. Рад знакомству. Тревор, у нас мало времени, они скоро прибудут. Всему свое дело. Так, господа, прошу. Приходите, посмотрим складские помещения. Проходите. Места более чем достаточно. Мистер Чен, прошу вас. С ума сойти, отдельная комната. Экскурсия продолжится после небольшого перерыва. Ну что, берем пушки? Да, шеф. Знал бы я, что у нас тут гости будут. Прибрался бы. Ого, Анька, а как они из... А, это фигня воспламенилась. Мы не всех завалили, ты еще... Тут еще на подходе вон сколько их.
Один из них поднимается, кажется. Еще один поднимается. Где же остальные-то? Они нас обошли. Наступают сзади. Черт, в укрытие! Гранатами сейчас. Кажется, они идут через магазин. Двигаем к ходу. Хорошенько пострелялись. Было весело. Там еще остались, походу. А эти сваливают. Жестко было. Че? Кажется, мы видели достаточно. Уходим. Мы даже не добрались до главной комнаты. Я потом заеду и подпишу контракты, ладно? Не обращайте внимания на жмурик. Эй, Тревор. Нам еще продолжать? Да, конечно, да. Вот такой вот получился у нас выпуск. Всем спасибо, что смотрели это видео. С вас лайкос и подписывался с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на запасной канал, а также группу ВКонтакте. Всем до свидания.